В честь святителя Спиридона Тримифунского состоялся великий чиносвящение. Его провел епископ Покровский Николаевский Пахомий. Служба прошла в канун праздника святителя Спиридона. Сразу умиротворение такое, легкость. Сегодня как-то по-особому что-то, празднично как-то все это выглядит. Этот храм был построен на территории Балаковского филиала АО «Апатит» весной, и малый чиносвящение прошел в мае. С тех пор в призаводском храме растет число прихожан. На службы не только приходят сотрудники предприятия, но и приезжают верующие из Балакова и ближайших сел. Здесь все чаще проходят крестины, а это значит, что храм полюбился прихожанам. 6 дней традиции, а 7-й день отдай Богу. Не каждый может из работников, например, в воскресенье пойти в храм. А здесь он близко и может попроситься на часочек, чтобы отстоять службу. Великий чиносвящение объединил верующих, сотрудников предприятия, жителей Балакова и окрестных сел. И храм не смог вместить всех, кто захотел посетить службу. Рядом установили дополнительный обогреваемый шатер. И с прямым включением на экранах происходящее именно вот в нашей церкви. Храм в честь святителя Спиридона Тримифунского не первый построенный компанией «Фосагро» на своих промышленных предприятиях. Эта программа тоже является программой благословения патриарха Кирилла по возрождению дореволюционных традиций строительства при заводских храмах. Но компания «Фосагро» не только строит храмы на территории заводов. К примеру, в Балакове предприятие уже несколько лет помогает восстанавливать православную святыню, памятник архитектуры федерального значения, храм Святой Троицы. В этом году при поддержке «Фосагро» там проводились работы по восстановлению мозаичного панно над центральным входом.